Всем привет, с вами Боря. Сегодня я катаюсь последний день на вот этой вот классной панацейке, сохраню ее, обязательно вам ставлю. Вот, даже наверное сейчас это сразу сделаем и поедем в бой. Так, давайте я ее сохранил у себя в чертежах, вот она, и на выставку отправим. Вот моя панацейка на выставке, один лайк я ей дам, одну загрузку тоже сделаю. Все, ребята, можете брать этот крафт, кому он понравится. Называется EGPD, Fire, GovGov. Ну, за все время ставите. Ту панацейку я взял с выставки, очень сильно основательно переделал ее. То есть внешне практически так же осталось. Ну, так она осталась немножко по-другому. То есть я снизу ее все переделал, боеприпасы там правильно все закрепил. Попрочнее, короче, ее сделал. Получается примерно так. Вот, допустим, перк накатали. Ну и въезжаем в кого-нибудь. Такой злой волк, как недышащий получается у нас. Сами видите, да, цифры, сколько дамага тут она вытаскивает. Поехали в бой, короче. Что там мне надо по заданкам? Ну, как обычно, провода, аккумуляторы, да? Ну, вот, поехали. Сначала за проводами катаем. Напарник у меня Мисти не прокачанный, всего на первом уровне. А, вот такой вот красивый аппарат получился. Класс. Да, двигатель гепард я убрал, исполин нормально поставил, чтобы было больше мощности, чтобы можно было перетаранивать тяжелый крафт. Теперь надо осторожно куда-нибудь зайти. Стабильно вы заберете всегда, получается. Все, катите, удачи. Давайте музыку сделаем чуть погромче и будем просто катать в кайф. Бота в план берем.
что, обломал свой копер, да? Как выглядит сюда это зажаренное? Огня я бы не выставил. Ну да, если судьбы вот такие союзники в команде попадаются. Как мусором начать кататься, объясните мне, это что, вот это утюг, что это? Я понял, почему тут на этой панцеке такая рожа длинная. Фига себе, это как-то прострелом меня дали, а? Наверное, специально, чтобы копья себе принимать можно было. Что случилось, дочь? Садись рядом, вот стул возьми, садись. Чего там кричите вечно? Доводите друг друга. Ну что, деда его наругает. Садись рядом. Дети у меня там в другой комнате дерутся. Короче, разошлись уже, так что можно дальше продолжать. Смотрите, ребят, у него такой двигатель, у него беспонтовый гепард стандартный, а у меня исполин, и я его просто перетаранил нафиг. И по ХП я больше собрал. Ну конечно, тут если второй подъезжает, это же ничего не сделать. Кстати, вот прикол, вот такая панацейка на этих, на лапках, ну, как прикол вот было сделать. Это. Не, ну двое, надо мне сейчас нафигительно вот эта панацейка, красный чувак, а очень красивый. Красава. Нормально, я панацейку сделал. Кататься под биграмму тоже мы не сможем все собрать. Так что все-таки двигатель исполин намного лучше, чем гепард. Вот смотрите, панцейки у нас вначале были одинаковые, да? Но у него стоял двигатель гепард, который типа не быстро перезаряжает. А у меня стоял исполин, и я его просто переутюжил. Я бы его все равно зажарил, если бы не второй человек. Потому что ХП просто больше у меня. Да, ребят, исполин лучше на собаке. Пусть он медленно инвиз откатывает, да, но... Зато когда ты въехал, ты можешь таранить тяжелые крафты, ну или другие такие же панацейки. И все-таки ХП на панацейке тоже играет решающую роль. Короче, катаем все бои подряд.
такой слабенький диск. Что ты сделаешь? Ну, что ты сделаешь? Я тебя просто съем все. Хороший панацейка, жалко мне продать. Мне надо сейчас, ребят, продать кабину Мор и три панацеи, потому что надо сделать тошнитель для этого, для левика. Давай вот этого. Все, двигатель, да, отстрелил, все. Ну это, конечно, да, движку отстрелили, вообще мертвая машина стала. Так, их осталось что-то. Ох, ты чё, сам ко мне что зашёл? Ну, спасибо тебе. Конечно, я тебя съем. Ох, спасибо. Оказывается, еще я такой полезный для боя был. Давай, я как зомби заползу сейчас. Давай. Я панацея хоза. Пока он не видит меня, дурачи, давай подползем к нему. Вредный мандрагор, что вы не догонишь. Иди сюда, иди сюда. Ну чё, 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 не подошел, а? Да вы чё, блин? Почему они на меня внимание не обращают? Я же пожарю. Я же могу его раз пожарить, я. О! Вот теперь держитесь каналом. Смотрите, вы нельзя, огонь не трогает, оказывается. О, что-то у него рвануло, ну-ка давай дожарим его. Ну ты там мой кил. О, все, жопа ему, сейчас я его догоню. Ой, пока не догоню. Где эта гадина? О, ништяк. Не-не-не, ну чё ж ты не остался под вперёд с вами? Ну подбей его чуть-чуть. Вот ты вредный. Мандрагорщик, да казалось бы, да? Валим, 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 валим. Ладно, вперед. Долго ты будешь от нас спрятаться? Ладно, ребят, сейчас я этот перезагружу игру и вернемся.